Такая вот у нас дорожка, тут такие у нас леса. Я хотела немножко с вами поболтать. Сейчас я, в общем, нахожусь в Крыму, в Ялте. И сейчас я смотрю на невероятный закат. Благодарю просто Вселенную за то, что у меня есть такая возможность перед насыщенным еще одним днем отдохнуть 10 дней, побыть вместе с семьей. Надеюсь, вам понравится этот... Реальность такова, то, что русские пляжи выглядят вот примерно вот так вот. Смотришь на попки. Мы стоим вместе с бабушками, ждем нашу экскурсию «Ласточкино гнездо». Мам, как называется у нас? Гурзу. Это наша команда на сегодня, наше плавание. Уже 5 дней, и сегодня уже в 11 мы уезжаем в другой город.
такой милый балкончик. Сейчас по плану пообедать, потому что времени уже 6 часов, а мы до сих пор не обедали, потому что были все время в дороге. И потом идем на море. Поздний ужин. Всем доброе утро. Что я хотела сказать, что я проснулась и поняла то, что неделя — это как раз то самое число дней, когда ты прям наполнился, отдохнул. Мы приехали на 10, и эти 3 дня уже... Они уже не такие обязательные, так скажем, чтобы до конца отдохнуть. Еще в последние дня 2 у меня очень сложное эмоциональное состояние, внутреннее именно, потому что я как-то не нравлюсь себе, не нравлюсь, что я делаю, как я делаю. В общем, зажим какой-то есть внутри. Переживания по поводу учебы, то, что я отстану от программы, если уже не отстала. Хочется как раз домой, поэтому переживания, я думаю, из-за того, что я очень долгое время уже не тренируюсь, и я никак не могу выбросить мысли из головы за свое тело, то, как оно будет выглядеть, хотя эти мысли вообще... Не должны присутствовать на отдыхе, как раз мысли о том, что я ем, как я ем, сколько я ем. Я обычно же считаю калории и взвешиваю еду, а тут, ну, типа, просто рандом обычный. И незнание, оно меня тоже тревожит. У меня есть проблемы, так скажем, с этим, и они отражаются не только у меня в голове и как-то во внутреннем моем состоянии, но и вообще просто на здоровье. Еще у меня привычка говорить в конце, ну вот, ужасно, за собой сколько раз замечаю. Наверное, нужно сказать что-то в конце этого блога. Я стараюсь делиться своей жизнью, показывать такой, какая она есть. Не всегда получается все снимать, потому что ты устаешь от телефона в руках. Я это еще в Питере на себе почувствовала. Типа, знаете, я думала, ой, буду все снимать, ля-ля-ля. Это же так круто. Но теперь я понимаю, почему блогеры уходят из истории иногда, долго пытаются что-то смонтировать, потому что кроме этого очень много других обязанностей. Но надеюсь, вам понравилось. Не знаю, куда мы отправимся в следующий раз с вами, потому что у нас сложный учебный год. Мы наконец-то дома. Время 5 утра, я ужасно уставшая, сонная. Хотела записать концовку, сказать спасибо, что досмотрели до конца. И увидимся, надеюсь, скоро в новом видео и уже не в travel формате, а что-то другое. Потому что мои приключения, путешествия на ближайшие 2-3 месяца точно закончились, а дальше уже не знаю. Вот. Люблю, обнимаю. И пока-пока.